Всем доброе утро, девочки. Я решила с утра уже пойти в магазин сходить. Сейчас нырну в Фикс Прайс, одену масочку и потом зайду в Пятерочку. Беру вас с собой, пойдемте, посмотрим, что там новенького интересного появилось. Девочки, я только зашла и сразу увидела вот эти батончики. Мне стало интересно. Ананас и апельсин. Это такие батончики. Ну, это вот для тех, кто на диете. Не знаю, может быть, для ребенка подойдет. Курага и кокос, тоже интересно, что это такое. Батончики эти стоят 16 рублей, всего лишь навсего. Может взять по одному батончику и попробовать. Тут еще протеиновые батончики есть, 27,50 стоят. Пастила белевская, классическая, 77 рублей. Ну и вот такие вот конфетки, они тоже, наверное, для того, кто на диете. Жажда движения, продукты для активного образа жизни. Ну, этого я еще такого стендика не видела. Водичка тут есть, напиток алоэ вера, 27,50 стоит. Ну, я алоэ вера не хочу. Так, что тут еще? Вот такие протеиновые батончики. Энергия, стройность, яблоко с корицей. Вот это вот 11 рублей. Интересно. Тоже взять, попробовать этот. Хлебцы ржаные. И такие, такие есть. 55 рублей стоит. Ну, хлебцы я не хочу. А вот без сахара, с витамином С, лесная ягода. Ягодки. Это что там, типа каких-то вроде как сосалок, наверное, без сахара. Очень интересно. Леденцы. 55 рублей. Ладно, пойдем дальше. А вот такой вот наборчик есть из 4 мельниц. 199 рублей стоит. И здесь что у нас есть? Соль морская для салатов, смесь. Чили острый и перец черный. Вообще очень интересно, прям заманчиво, не знаю. Сейчас подумаю, может возьму. Я смотрю, тут появились такие интересные боксики, новенькие. О, высшая цена. Это первый раз я вижу. Раньше 199 была самая высокая здесь цена. А 249 еще я не видела. Но теперь уже вижу. Органайзер еще один. Вот такой вот органайзер есть. Он так крутится, вертится. Много чего можно положить. Но он просто места много занимает. Поэтому такой не нужен. А вот еще с таким дизайнером. Таким дизайном, да, вот еще такой. Вот тоже интересный. Ну, в общем-то, не знаю. Такой, может быть, из-за дизайна, но не дешево, я бы сказала, стоит. Не буду брать. Опять я обратила внимание на вот эти резиночки. Я все думаю, может быть, Насте какой-то прическу заделать. В общем, думала, да возьми, пусть будет. Подарочные коробочки. Я вот на это обратила внимание. Интересный дизайн такой, да? Смотрите, симпатичная. Вот, можно подарить кому угодно. Мальчику, может быть, мужчине такой. Коробочка классная. Другие тоже есть. По 77 рублей. А вот мне заинтересовало пазл с 3D-эффектом. Переливающаяся такая игрушка. Не игрушка, а вот пазл. Интересное дело. 149 рублей, 3+ написано. Вот такие часики есть. 149 рублей стоит. Разных цветов. Оранжевый, синий, зеленый. Они даже, по-моему, там показывают что-то. Но они очень объемные. Неизвестно, понравится ребенку, не понравится, что они себе представляют. В общем, зависла я опять в отделе игрушек. Смотрю, что-то интересное хочется мне подобрать. Чтобы было ребенку чем заниматься. Насте, если что-то Дэнни мне понравится, и Дэнни возьму. Решила взять пластилин. Там такие краски яркие прям. И 12 штук. Настюха любит пластилином заниматься. Смотрите, какие яркие. И стоит 55 рублей. Пускай моделирует что-нибудь.
Да, решила я еще взять, наверное, клей-карандаш. Давно хотела. Будем аппликации с Настей делать. 27,50 стоит. Вот силиконовый блокнотик стоит 199 рублей. Но он такой, как ежедневник. Тут вот имя, мобильный телефон, электронная почта, личные данные, в общем. Здесь 21 год, 22 год календарик. Важные даты записать можно здесь. Ну и дальше там просто дату пишем и пишем, какие планы. Очень интересно, только я вот не знаю, куда мне его применить, хотя мне он нравится. Но я его брать не буду, воздержусь. А вот интересное дело, я смотрю, 3D-лепка. Есть мышка, зайка, пингвин. Что еще? Вот котик тут открытый, кто-то открывал уже. Посмотрим, что там внутри. Вот такая есть заготовка, но она как твердый картон. А внутри там два пластилинчика, два цвета, оранжевый и белый. И вот это вот облеплять. Ну, очень интересно, 5 плюс по возрасту, 99 рублей стоит. Я сейчас что-нибудь выберу интересное, Настюхе возьму, пускай занимается. Для Насти выбрала я котика все-таки, потому что мне кажется, он симпатичный, такой славный. Ей будет интересно заниматься. Она любит котиков. Еще решила взять ей цветную бумагу двухстороннюю. Ножнички маленькие у меня есть детские, как раз вырезать. Ну, вот клей как раз купила, будет аппликации делать. Бумага цветная стоит 55 рублей. Вообще, вот тут я медленно-медленно посмотрела, порылась в этом отделе. Ну, не знаю, на мой взгляд, здесь мало таких игр, которые и интересны, и полезны в то же время для развития ребенка. Ну, хотя, может быть, можно что-то тут повыбирать. Ладно, иду дальше, а то я что-то тут застряла. Моя большая раскраска, только я не знаю, сколько стоит, цены нету. Я смотрю, мне тут нравится то, что здесь есть подсказка, циферки нарисованы. И какой цвет надо рисовать. Ребенок может выбрать карандаш. Но самое интересное, знаете, что мне здесь понравилось? 0+. То есть только ребенок родился, и он может сразу вот этим заниматься. Занятие для младенцев, грудничков. Туалетная бумага Папиа, 3 слоя, 6 рулонов, 199 рублей. Ну, нормально, беру. Я смотрю, тут обувница такая сборная. Интересно, что это. Ну, как на картинке. 199 рублей стоит. Очень интересно, как это она там. Это, видимо, тканевые полочки. На тканевые полочки ставить обувь. Ну, собирается, разбирается. Вот пришла в магазин, думала, чуть-чуть возьму, ничего лишнего не буду брать. Но вот не удержалась. Вот такой боксик 99 рублей стоит для хранения. И вот такой с крышкой боксик 99 рублей. Тут 7 литров. Есть что туда положить. Беру. Я смотрю, тут леггинсы есть разных цветов. 199 рублей. Вот этот цвет классный. Блин, я взяла бы такой себе, но куда мне его носить? И потом моего размера нету. А вот такой вот, с такого материала. Они тут есть разные вообще. А есть еще вот такие. Вот, тоже какой-то интересный. Тоже по 199 рублей. Вот расцветочка, вот какая интересная. Кстати, ткань тут такая, полиэстер примерно, 100%. Ну, моего размера здесь нет, не будет. Я хотела на кухне поменять на столе коврик. Но такого, как был, у меня нет. Уже 55 рублей стоят две штуки здесь. Ну, я выбрала белый цвет, так как у меня белый стол. А вообще есть разноцветные, разных цветов. Есть просто цветные даже. Все коврики по 55 рублей. Смотрите, с ананасиком. И вот такие красивые цвета, классные есть. Симпатичный цвет. И вот симпатичный. Но я не хочу цветную кухню себе делать, потому что у меня все-таки она такая. Ну, с рисунком тоже не хочу. А вот нежно-розовый. О, какая милота, вообще не могу. Красивые расцветочки.
Вот такую решила еще клееночку, подставочку взять. Это Настюхе, чтобы она занималась пластилином на этой клеенке. Вот распаковывают, еще не разложили. Сито кондитерское. Вот таких вот разных цветов. 55 рублей стоит. Сахарную пудру посыпать. Прикольно, маленькая. Прям не знаю. У меня есть, я бы побольше ситочка взяла. Вот, 99 рублей. Так, мне нравится то, что его можно поставить. Вот оно стоит. И вот я прям не знаю, стою, думаю, брать, не брать. Вот вроде лишнего набирать неохота, но все так нужно. Все, блин, пригодится в хозяйстве. Прям кошмар. Я в раздумьях. Аккумулятор холода, девочки, 55 рублей. Красивый, симпатичный. Скоро лето, надо запасаться. Выйти на природу. Сумочку положила, все, классно. Девочки, смотрите, какой держатель для кухонных принадлежностей. 199 рублей. На стеночку повесить. Тут маленькая полочка есть, крючочки повесить, что-то. Там внизу еще можно салфеточки положить. И тут что-то вот такое подставлять. Интересно, и притом нейтральный такой цвет можно на любой расцветке кухни пригодится. Интересно, это новиночка. Еще, говорят, новиночки тут есть. Сейчас пойдем посмотрим. Вот подставки для ножей. Вот с любым декором для любого цвета кухни подойдет. Вот такие здесь штучки. И, в общем-то, стоит 99 рублей. Недорого, дешево и сердито. Ну вот посмотрим, что в посуде новенького есть. Вот такой вот набор банок на подставке. И вот такой набор по 199 рублей. Так, ну кружки тоже интересно. Кружки новенькие тут появились. 99 рублей стоит. Вот такая маленькая беленькая. Для кофе. Большая, красная, желтая. Тоже интересное дело, да? Ой, а вот это вот тоже славненькая кружечка, симпатичная. А вот с такими надписями разными. 149 рублей стоит кружка. И очень даже ничего, так славненькая, да? 50 рублей стоит блюдце чайное. И чашка 55 стоит в форме сердечка. И блюдце в форме сердечка. Еще я вижу в форме сердечка вот такая вот тарелка глубокая. Это, наверное, салатница, скорее всего. А, ну салатник. 149 рублей. Тарелка мелкая, 99 рублей. Тоже вот в форме сердечка. Есть соусница в форме сердечка. 27,50. А вот такой вот набор. 199 рублей стоит минажница сердца. Вот такие вот три штучки. Ну, это такая вот серия сейчас пошла, сердечная, к весне. Бульонница с ручками и блюдцем. На 500 миллилитров 249 рублей стоит. Симпатичная. А вот такие бульонницы по 99. Тяжеленькая. А вот интересный вариант. Такой, как под мрамор сделано. 77 рублей стоит. Какие красивые чашки. Я прям не могу. Но мне чашки не нужны. А так хочется. Вот такой цвет. Вот такой симпатичный. Цветные. Вот это мне очень нравится тоже. Вот такие вот наборчики тут появились. Для специй разные. Чайник заварочный. Такие вот банка с ложкой. Это вот подарочные в коробочке. Можно кому-то подарить. Вот изделия из стекла. Вот такие симпатичные. Вот в форме рыбы салатница. Вот такая вот из трех ячеек. Салатница 99, 149. Вот такие вот салатницы, вазочки. Вот это на ножках. 149 стоит. Тарелка голубая, глубокая и мелкая, большая есть. По 149 тарелочки. Есть серенького цвета. Смотрите, какой ковшик с антипригарным покрытием, девочки. 199 рублей всего стоит. Классный. А вот баночка с замком для специй. 1 литр.
закрывается. Тоже для хранения интересная такая баночка. Вот бы мне таких баночек побольше набрать, да. Когда уборку делала в шкафу, и пригодилось бы. И также есть вот бутылка тоже такая, с крышкой закрывается. Массажер для тела, вот спинку массировать себе, девочки. 199 рублей стоит. Но я думала, они так помягче, но они пластмассовые, твердые. Ну, пока думаю. Ну все, набрала так набрала. Ну, иду на кассу. Все я вам показала, девочки, все цены сказала. Дома уже, наверное, не буду я вам это показывать. Все, иду платить. Ну что, вышла я с Фикспрайса и зашла в Пятерочку. Пойдемте здесь смотреть, что есть. Бананы 65 рублей. Взяла чуть-чуть. Виноград Кишмиш по акции. Со скидочкой, не знаю, может взять чуть-чуть. Возьму немножко с внучкой похрумкаем. Вот яблоко сезонное, оно бывает разное. Видно разных сортов. И на вкус оно отличается. 88 рублей стоит. И, девочки, вот этот сорт мне как раз нравится. Вот красненький, он сладенький. Сейчас выберу себе немножечко вот этих яблочек. Груша желтая идет по акции. И вот я люблю, когда она такая вот чуть-чуть мягкая. Она такая вкусная. Но сейчас она еще не мягкая. Вот полежит она чуть-чуть, она начинает прям дозревать быстро. Но я несколько штук возьму, пускай они у меня дома чуть-чуть полежат. А конференция тоже сладенькая, вкусненькая, тоже когда она мягкая. Вот почему я груши на доставку не заказываю. Мне надо груши попробовать и выбрать, чтобы они были мягкие, не твердые. Тогда они будут сладкие и сочные. Ну, со скидочкой. Решила взять курочку, приготовить на ужин. Ну вот, кстати говоря, птицу тоже я люблю выбирать сама. Смотрю, чтобы она прям свежая была. По дате смотрю. Вот из всех пироженков решила выбрать вот это 89,99 Ромео и Джульетта. Попробую. Я ни разу не пробовала, при том, что сегодня внучка придет вечером. И мы с ней вот это вот по половиночке попробуем, съедим. Печенька с кремом, мне кажется, нормально будет. Так, Макфу, я смотрю, подразобрали по акции со скидочкой. Ну, надо брать. Что делать? Надо брать. Так, ну зашла я в отдел колбасных изделий. В общем, у меня колбаски-то немножко дома еще есть. Я хочу взять какой-то деликатес. Вот эта грудинка по-казачьей, я брала ее. Неплохая, попробовать можно, но только здесь много перца вот между этими прослоечками. А я вот люблю грудинку больше всего парижскую вот эту. Ну вот выбираю, где поменьше жирков. Ну, побалую себя, что делать. Хочется что-то взять еще вот из этих вот морепродуктов. Ну, вот этот вот Арктик, Антарктик криль классический. Возьму на этот раз. Брала в прошлый раз чесночный. И тот нравится. Ну, пусть будет классический. Так, а вот это крем. Интересно. Балтийский берег. Из морепродуктов. Такой вот крем. Взять попробовать, что ли. Я смотрю, какое облегчение для хозяек. Или на обед можно вот так вот на работу взять. Вот запечатанное. Рыбка, тут уже вареная свекла, морковка, ассорти из рыбы и овощей. И диета в то же время соблюдается. 89,90. А вот ассорти салатов по-корейски. 119,99. Ну, 120 рублей стоит. Но мне острое нельзя, а так бы я взяла бы, конечно, попробовала. Картошечка хорошая. Немножко грязненькая, но она прям вся такая хорошая. 34 рубля стоит. Так, морковка мытая со скидкой стоит 60 рублей почти. А есть не мытая. А морковка грязная стоит 30 рублей. Но она тоже очень хорошая. Ее просто взять и помыть. Сейчас возьму я вот эту. Капуста белокочанная ранее написано. Стоит 56,99. Но, честно говоря, я не вижу в ней ее ранность. Ранее она такая вообще, как бы такая мягкая. Ну, запакованная. А вот это обычная белокочанная капуста. Стоит 15,99. Но капуста у меня есть, мне не нужна. Перец красный. 234,99. Я возьму один перчик на салатик. Решила я все-таки налегать больше на овощи, на салаты. Надо клетчатку есть. Дело к весне. Огурчики сейчас еще вот эти вот выберу. Огурцы колючие 139,99. А гладкие стоят 113,99.
Но колючие мне нравятся больше. Возьму колючих. Так, ну все, что мне было нужно по списку, я взяла. Я смотрю, вот этот вот салат листовой. По акции тоже небольшая скидка. Ну, не знаю, взять, не взять его. Может взять, давно его не ела. Возьму, пусть будет. Все, все купила, иду на кассу. Ну вот, как всегда, еще что-нибудь надо взять. Редиска со скидочкой. Возьму на салатик еще редисочку добавлю. Так, ну как всегда, я уже понабрала. Какая-то идея у меня появилась для одного блюда. Надо еще кое-что купить. Ну, теперь я все купила. Все, набрала, так набрала. Да, девочки, притащила сумки. Ну, а что делать? Вот набрала, так набрала. Это вот такая натура. Такая вот натура, с которой надо бороться. Так, сейчас я Fix Price отложу в сторону, потому что я его уже вам показала. А вот это продукты, сейчас посмотрим. Так, ну что, вот это я хочу на ужин сделать, вот эти вот ножки, и нарезать салатик из разных овощей, вот это туда нарезать, много чего. А вот я еще вспомнила, что я хочу окрошку, и взяла еще тан, колбасу и сметану. Вот, яйца взяла, немножко еще взяла картошки. Так, ну это я вам уже показала. Тут у меня макароны, хлеб. Взяла еще вот этот сок с мякотью. Мне он больше всего нравится, когда я кушаю клетчатку. Клетчатку мне с йогуртом не очень нравится, а с этим соком больше нравится. Поэтому взяла губки. Так, и взяла еще вот на салат такую капусту маленькую. Бананы, огурцы, болгарский перец, редиска, так, картошка и яблочки сезонные красные. Все, затарилась. Ну вот и все, девочки мои. Покупочки я вам показала, по магазинам мы вместе прогулялись. А пакеты с Fix Price у меня стоят пока не распакованные. Сейчас я бегу в детский сад за внучкой. И уже потом начну новое видео, и мы уже с внучкой вместе будем распаковывать эти пакетики. Пускай она посмотрит, что я в Fix Price ей купила. Ну и какие-то поделки поделает. Ну, в общем, это будет уже в следующем видео. А на этом видео я хочу закончить свою, потому что уже достаточно она снимала. Пусть оно будет не очень длинным. И я поэтому с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь, кто не подписан. До новых встреч, девочки. Пока-пока.